Я готов. В городе Саратове проходит митинг в поддержку политики Путина. Вот стою, наблюдаю в живом эфире вот это вот мероприятие. Ну, отдельное, конечно, выступление благодарности Юрия Николая Григорьевича, участника Сталинградской битвы. Он, можно сказать, единственное, что вытягивает этот вот митинг. Организаторам, конечно, можно поставить тут двойку с минусом, потому что если они хотели обвалить рейтинг Путина, то они это сделали довольно-таки успешно. Потому что вот эта вот организация и сами организаторы вот этого мероприятия, допустим, вот Шостак, которого изгнали из боевого братства, Мартынова, который тоже изгнан из общественной палаты, ну, как-то, наверное, не самые удачные такие эти представители города Саратова. Ну, обвалили, конечно, рейтинг Путина в городе Саратове. Такое вот мое мнение. Вот стою, наблюдаю выступление. Собрали продукты и отсылали в Крым, знаю,